Всем привет! Я хотела с вами поделиться очень интересными книжками, которые я начинаю преподавать с маленькими учениками, ну, где-то около которым 4,5-5,5 лет. Вот. Эта вот книжка называется «Jazz». Это книжка «Christmas», рождественские песенки, классика, Бах, Моцарт, ну, рок-н-ролл, конечно, куда же без рок-н-ролла, ну и, разумеется, Дисней. Так что я вам сейчас, я буду использовать своего любимого сына. Саша, скажи здравствуйте всем. Привет. Вот, и мы немножко наиграем, и совсем немножко, ну, по чуть-чуть, чтобы не делать видео длинным. Вот, получается, здесь в партии очень крупными нотками, на двух страничках, а внизу партия для второго фортепиано, для меня. И мы немножко будем наигрывать, и вы будете слышать, и песенки очень быстро выигрываются, они в до-мажорной позиции все. Пусть сдвинься, пожалуйста, сюда наверх. Ты будешь здесь играть, хорошо? Значит, это, ну, это все знают, Jingle Bells, пошли. Ну, вы, может быть, рождественские не знаете, но они очень классные, как бы я вам вышлю. Дальше, поехали, джаз. Вот. Ой, я так. Дети обожают джаз. Ну, он называется Penguin Blues. Блюз для пингвина. Давай, поехали. Поехали. Тихо, тихо, тихо. Тихо, давай. Еще не слышу, дальше. Еще раз. Что-то нажимаешь, что ли? Окей. Jazz walk. Давай. Давай. 3, 4. Нотки я покажу. Ну, очень простые. Смотрите. До, ре, ми, фа, ре, ре. Ну, так играешь. 1, 2, 3, 4. Два держи. Понимаете? Ладно, поехали дальше. Я еще не знаю, сколько тут времени получается. 3 минуты. А, да, вижу. Не видно было. 3 минуты. Поехали. Ну, кто из наших педагогов не захочет играть Бетховена? Видите, молодой Бетховен? Бетховена я люблю, кстати. Да, я знаю, что любит Бетховена. Поехали. Будем играть «Ore to Joy». Слава я, радости. Я помню, я эту песню. Поехали, давай. Ми-ми, пошли. Понятно. Ну, это все понятно. Давай пойдем сыграем вот «Свадебный марш». Пам-пам-пам-пам. Давай, 3, 4. Ну давай Little Night Music, Моцарт. До, соль, до, давай. Раз, два, три. И так далее. Сыграем кан-кан. 3, 4. Раз, два, три, четыре.
на окончании. Я уже Дизни не буду играть, там уже много. Ну, Дизни, разумеется, это эти вот все Frozen. Рок-н-ролл, поехали. Я никогда не играл в Дизни. Давай. Что ты не играл? Никогда не играл в Дизни. А, да, ну, девчачья. Ready, set, go, давай. Поехали. И давай еще. Old MacDonald had... Ну, дайте песни. Old MacDonald had a farm. McDonald's. Had to rock. Ready? Пошли. Большое спасибо. Так, в общем, надеюсь, что вам понравилось, и мы вам вышлем потом нотки. Mm-hmm.